Запись час прошла, потом, блядь, включаешь запись, 1 утра убиваем, блядь. Попытка био, нихуя. Мир тебе. Ты типа пошел посадить, не получилось? Или как? Ну да. Такое бывает. Или по дороге там встретил лучший друг, пошел побухал там с ним, блядь, закусил. Первый раз очередь была. Правда, очередь то ли туда, это... Шашлыков съел, блядь, потом в баню, блядь, с распутными девками. Шашлыки, шашлыки заебись тема. Так, рыба. Так, завтра, причем воскресенье. Блять, я бы ебанул ТТГшку днем. Блять, если я проснусь, конечно, десяточку. Может даже две. Нахуя на тебя нашла? Ну, блять, какие-нибудь чарки топовые выбить там, хуй знает. А ты что, чарок нет? Ну, блять, на всех прессов так, что можно найти какую-то чарку, что. А с вечерним статиком ТТГ 25 уже ходил? Нет, сегодня пойду. О, мне надо, мне на шамане надо сходить. Чё тебе там надо? Не, ну типа да, тебе... Мне для Т5 нужны ботинки с критом. Ну типа это все круто, но там другие челики есть, которым это все надо. Если да. Челикам там это все нужно, то тебе не дадут. Да, ты, я думаю, там вряд ли чужник. Как бы на правах птичек таких, знаешь, что вот, типа, я вот сегодня могу, сегодня не могу. Это, ну, одно. А когда челики постоянно... То есть, если бы кто-то... Вот вы мне как говорите, да, давайте, блядь, все сдадим. Я заберу, если там никому не надо. Не, ну, ну, ладно. Если... Я просто... Просто так, конечно, удобнее. Я думал, кто-то вообще на постоянку пойдет туда играть. Ну, ясно. Если... Да я бы пошел бы на постоянку там хапалом играть. Но хапалов там дохуя. Поэтому... Ну, типа, я хиляю, это, можно сказать, не хапал. Просто челик, блядь, который еще нихуя не знает, блядь. Он просто без камней сидит, играет с шмотом. И он, ну, до него это доходить еще будет пару лет, блядь. Как надо играть вообще. Что, блядь? Что там, Джантис? Что-то, блядь, холодно становится, нахуй. Вчера нихуя... 27 градусов, нахуй, прикинь, 27, ёбаный, 27 апреля, блядь. Всё, здесь запускай. Вчера 28 было. Да, 28. А сегодня, нахуй, чё-то не смотрел градусов. Рарник и Вилаш. Ну чё, вообще заморозки. А вы как Юля. Сначала, а вы как сначала пойдёте? ГМХ? А, у меня же ГМХМ, не КД, по-моему, с Романом. ГМХ. Так, могу... Лапку. Так я могу... Юля. И туда пойти. А мы пошли уёбка, куда идем? Воронка в парк. Сходишь кем-нибудь, сходишь. Я думаю, там те, кто отдохнет, всегда есть. Запуская лапку, бафните, блядь, друиды. Чем, блядь, да заряжусь. Последний рек. Ну есть, вон еще друид инвалид и Керус пускай работают. Все запустил. Так, а Керус пишешь, у реков нет. Блять, поставьте Дживса, докупите, блять. Сегодня день последнего рега, у меня на друиде тоже. Че, вам Дживса поставить? Так, что поставим, блять, купите, почините. А, держите. Сейчас тоже куплю себе пристабав. Куплю один рег. Нихуя. Сто 50 бафов себе купил. Thank you.
пробежал. Все под пол. Пробежал. Мордаунд. Пробежал. Под плащ все. Пробежали. Джендис выносит. Ну, пахант. Вреди. Пробежали. Зашиб. Чумас ловушка сейчас. Побежали. Керус у нас. Че за лаги? Пробежали. Чумас ловушка сейчас. Перед шипом. Заломано что на. Сейчас переведу. Все, перевели на край. Кирус повыше. Массакру. И монолет. По сверкам играть. Без. Он по приколу в луче стоит. Бля. Сверху доиграл. Слал ДПС-ку. Леча в центр. По валькам сор. Плащ на портал. Тут вот буду стоять. Схватит, я думаю, разобьете. Милики вышли. Осквернение милики. Черепок отошли и валик бьем. Вот кружок, кружок. В кружке. Быстро, быстро, быстро все. А две куда летят? Чё, хуй надо бить или что, блядь? Почему они не остановлены, ничто? Вы что, сука? Я в ахуе, блядь. Куда кто-то дефайл под них разлил? И что нахуй? Это старый дефайл. Так, Кирсори, Риса и Урги, нахуй, тихо. А друид инвалид Рарника. Только осквернение. Заражение, не встаньте. Вставайте. Второй, вставай. Ну где там, блядь, заражение было уже, сука. Урги. Пиздец, нахуй.
А что вы с той стороны стоите? Под плащ надо всегда вставать. Бейте, бейте, Валик. Дам стан. А который одна. Вынесли. Пиздец, вы что, на приколе? Вадикон, Ресса и Джинди. Лапку, каску при собаке. Осквернение, разошли. Черепка, отходим. Все, Валик, бьем. Я хуй знаю, блядь. Почему человек там стоит? Ромб улетает, дайте стан кончик. Два процента переводить будем. На край тогда ведите его. 1%. Или еще больше. Мне это интересно, где урги лазит? Он сдох два раза. Узнаем от чего. Готовьте сокрыть. Да, мы сокрыл. Рова на пулю. Где танки сдох? Сфера, помоги. Да. Я помогу. Не, бей эту. Окей. Давай поиску. Надо? Я после этой самой, после этой камеры. Так а чё, блядь, духа быстрее будешь бить? Уле, блядь, простаивать будем. Да я уже Элема раскрутил, так что нормально. Ну, похуй, я уже дал. Ладно. Все равно потом комнату. Ой, с лучами, блядь. Там два луча в одну пачку едет. Нахуй его. Знали бы, как сложна жизнь до ценах. А сферу убить, Залманыч. Это звездой на портал. Налево. Здесь в углу. Пробегаю. За угол далеко. Дальше побежали, дальше. За угол. Главное успеть остановиться. Вот. Здесь стоим. Угу. Здесь стоим. Это... Все, про... Стоим, стоим. Выход. Разошлись на корни. Выходим, служи. Есть ПС, Лук? Да. Хотел? Давай. Геру подкат. Okay. Это уже после комнаты. Да. Ну да, это будет. Сохранение 5 секунд. Разошлись. 3, 2, 1. Духи. Комната. Дай на портал. У меня теперь страх, нахуй, что он скинет опять все. Не везде, допустим. Налево. Не, Лем пропал. Сделали бы, чтобы он всегда был, блин, да и все. Без раскрутки, да? Да, было бы заебись. Так, впереди бомба, сейчас хлопнет. Пробегаем далеко. Пробегаем за угол.
пробегаем за угол. Пробегаем. Здесь стоим, сейчас выход. Разошли. Залечаем, быстрее прячемся, бежим, блядь. Куда, блядь, духом побежали? Я славлю, я в бабле. Геру дали? Уже, да, уже давно. Осквернение. Уже закончится скоро. Сейчас осквернение 4 секунды. Центр не вынесешь, что ли? На инвизи, бля. Нужно хоть куда вынести, главное туда не вставать. Залеча, прячься. Давай чуть-чуть вот тут. Я баблом буду. Давай, Лех, лови. Ну, Пасифея, ну что ты, блядь? Осквернение 5. Ты с комнаты. Осквернение 3. Комната сейчас. Нормально тайм. За звездой на портал. Налево. Побегаем вот эту бомбу. Мы взорвемся. Смотри, что делать, блядь, хилиться надо. Это и то, там уже бомбы. Там уже их две, да. Сдохли. Пробегаем. Вот что, блядь. Куда ты ломишься, нахуй? Вот здесь стоим. Слава. Пробегаем вот эту бомбу. Не пищу, блядь, я говорю людям, которые знают, про что я им отойди. Говорю. Я видел тебе бомбу, Слава. Но там Авилан просто побежал, нахуй. Если бы он ловите, кто там ловит. Лишь бы вырос просто. А то понятно, бабло приготовили бы. Давай поясочку если есть. Да. Добиваем на мужик. Хуя себе. Что-то нет. Ты не перегибай. Чё-то хуйня. Осквернение разбегитесь. Осквернение отошли. На секунду, ну. Наоборот, в лужу заходим, блять, хуёвый трай, давайте заново. Пиздец, ловит. Ты не говори так, а то сейчас как вай будет. И пиздец. Падаем нахуй. Блять, а как Юля выживает-то? Я не постоянно выживаю. А будет систему. Называет. А, она под незыба и под панцирем выживает? Ну, там... А почему паладины прото не выживают? Есть каст, называется «Войск мертвых». Вот он 4 секунды длится. И вот в то время, когда ты поддержишь этот каст, у тебя снижается урон, получаемый, на сумму уклонения и парирования процентажную. Ну, я знаю. А, и она за счет этого... Да, за счет этого, да. Но он незыбкий. А, чё? Протопала не выживает. Протопалы. Ну, ревностный пробивается как-то. Ну, это что-то в механике прописано. Ну да, он убивает просто. Протопалу можно выжить, если прожать ключ, клык, потом 50 на 50, потом символ, который минус 20% урона дает на сальву, который когда на себя кидаешь. Ну, еще если раса. Если еще раса есть наги, у нее панцирь есть, который на 3 или на 2 секунды. Ты имеешь в виду, короче, этот каст обходит, короче. Там у эридаров тоже 4%. Обходит, ревностный обходит. Он не обходит процентажное снижение урона. Ну, тучку шипешную пробивает, потому что там прилично урона дохуя очень. Крестом я думаю, если полтинник 50 на 50, массейв от Т5 и Эридаровский, то... Да, и еще выиграть. Сокру. Вообще паладин на 90% прожигает. Ну, если это есть, видишь, аддитивно, есть кумулятивно. Кумулятивно это когда умножается, блядь. А аддитивно это когда проценты прибавляются. Вот. Если аддитивно... Если аддитивно, то получается, что, 20 плюс 20 плюс 50, то есть 90% снижения. Это все хорошо. Закинь там ЕПшку. Юля, ебашь лоха, короче, за катушку. Что получил у нас по 52 босса? Эй. Лич тоже 50? 150, да, все? Угу. Получается так. Закинул. Воронка фарм. Воронка скам. Воронка скам, нормально. Taste of cam. А, осуждаю.
Это было в GTA San Andreas. На плакате там написано. Ху-ку точечно закинь. Ху-ку. И дартис. Ху-ку. Ху-ку. Ладно, давайте, всем покедал. Покедал. И ху-ку. Тиреноска? Блять. Тиреноска? Да хочу тиреноску, нахуй. С СПДшки будет на сотку больше. Ну, тиреноска заебись шмотка так. Да. Ну что, у меня ебаный обоссанный посох, блять. Я просто уже... Я его выформил миллион лет назад. Ну, типа, заломание. Я считаю, надо мне прилив отдать. По консулу. На трансмог. Может, тебе еще нахуй клятву хранителя дать по консулу? Не, клятва нахуй мне не нужна. Не, с клятвой ретрики бегали когда-то. Бегали? Нихуя себе. Ну, хотя... Ну, пучина посильнее, конечно. В плане, если тут Сирус брать, то из-за хосты посильнее пучина будет. Ну да. О, нихуя, зов хаоса, блять. Инвизибл. О, тиренаска для меня. Нормально. Для тебя, думаешь? А ты нет, нет, думаешь, себе забрать? Нету, конечно. Не, мне апнет, заебись, это ДЦшника. А чё, осколок? Бери, бери. Чё, осколок? Угу. Ну, есть осколок, да. Ну, там консилятор вроде. Типа, он заберет. Я-то лутал, потому что нет ни Мэтфокса, ни консилятора не было, укус. Ну, неаполитан. Неаполитан, сори. А почему консилятор лутает? Ну, осколки. Осколки. Что лутает? Нет, я понял, почему. Почему, ну, почему? А продакс Мэтфокс, консилятор, очередь такая. Да, да. Так, теперь вопрос на засыпку. Так, интересно, а я когда начну осколки лутать? А ты кто? Ты кто? А ты кто? Кто? У меня кто? Вообще ни одного. Ты кто? Рога. Какие рога? Осколки? Ой, ну не осколки, токены я имею в виду. Ебать, он нихуя наехал, да? Нихуя себе, наехал. Я ебал пришел. Сейчас я... Порвался с двух тон. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Да ебаный в рот, да блядь. Можете попиздеть полчаса, я потом буду, да, ну, продолжать раздавать. Ладно. Я в очереди вижу после Мэтфокса консилятор. Получается, что, мне имущество один отдавать? Осколок? Ну, да, осколок, да. Да, да, да. Так, да. Теперь по этому. По, блядь. По коню, вот нахуй. Ага. Кто там коня хочет, нахуй? Кто считает, что он коня заслужил плюс в рейд? Я нет, жрю, вот, я... Кто заслужил? А чё, у тебя разве нету Авилания? Есть. Лёха. Авилания считает, что он заслужил два коня. Да. Да, вон, Урджи можно коня дать. Урги, да, можно. Кажется. Давай, учи коня. Ну все, у меня вот, бля, если как-то можно было... А кому дали? Урги? Да. ГЦ. Если как-то можно было бы с ДК перекинуть 13 осколков, бля, было бы заебись. ГЦ. Так, теперь токен ДК-шный. Так. Юля, тебе на чё? На что, на куда вы рулите? У тебя на бодишреддере все 260-е, 71-х нету? Консилятор, да, тебе да, на чё? Да. Консилятор тебе на чё? Керус, у тебя чё? Башка ты 10. У меня даже ДС свои, только дайте мне начать уже Т4-3 собирать. Да, ДС вообще не проблема так-то. Этот, кто он? ДС я даю. Этот самый. Консилятор, ну чё скажешь, дадим роги или тебе? Ну, уже 5 воронок. Вот видишь, это ты, значит, сейчас ДС я... Ну, это... Хочешь за свои открывай, хочешь я тебе дам 3 ДС. Без разницы, я их копил, лежал, так что... Ну давай, так. Этот самый. Так, мани, по 30. Поставь гельдбанк, так, я возьму 3 штуки. По 30-очке стоит ворона. Сейчас на тебе холодильник куда-то идти или нет. Воронка фарм у нас сейчас. Воронка фарм. Только надо. Поставил, да? Вот сейчас. Сейчас я спрыгну. С инста уходите все. Сейчас надо будет это сложность менять на обычную. Вот, открывай сразу, улучшай. Да, наслед КД залутаешь. Я думаю, с 5 токенов ты выпадет. Все, улетайте туда. Только вы, ну, сейчас я это быстренько внизу там и сложность поменяю. Воронка фарм, блядь. В принципе, нормально.
Подожди, ты куда? Привет. Чего? Я боюсь, говорю, подожди, все, меняй. Я еще сам не протонул, сейчас я только портуюсь. О, не. Вы, короче, летите. Гоша, спекнись пока там на трэш, пока это коридор будет чистить. Я себе быстренько тренажку заформирую.